Вот после июля у нас уже очередь в салон парикмахерскую. Подайте, подайте ножнички, говорит. Ножнички подайте сейчас, говорит, тут немножко неровная у вас прическа. Что, говорит, нравится ли вам моя прическа? Ой, нравится, ой, нравится. Как вам работа мастера, да? А Ванга жует. Ты же моя хорошая, да, ты же моя хорошая. Усик, ты что там, Машу строишь? Лана, Лана, вы слишком навязчивый специалист. Это который кусачий, да? Угу. Вангуля, яйцо взяла, говорит, есть, не есть. Ванга. Я спрятала. Кусик, чё ты? Облаивает ребенка, говорит, а ну-ка иди сюда, говорит. Кусик. Куся. Ой. Ой, прям. Кусь. Пошел Маше пожаловаться. Да. Массаж мне сделали. Хотя гоняют целыми днями, бегают. Один слайк остался, он все наелись и шли. Она говорит, а я что? Я поздно пришел, говорит, на обед. В прошлый раз наворачивали, ты поактивнее все. Они еще не проснулись. Я вчера тоже дала, они так начали ковырять. Утром выхожу, ни одного кусочка, ни одной крошечки нет. Они же всю ночь веселятся тут. Всю ночь веселятся, мои сладкие, мои холосые. Да, вот это хулиганка, парикмахер.